это мы отправились в Гали за покупками. Сейчас переходили зебру с трудом, потому что никто не останавливается. Они вообще, наверное, не знают, для чего она существует. Тут вход на рыночек. Сейчас посмотрим, что здесь за продукты и что почем. Ну, помидоры, кстати, у них везде вот такие. Они здесь не дозревают нормально и очень маленькие. Вот это как это называется? Кассава. Кстати, вчера мы читали про эту кассаву, потому что мы вчера купили чипсы мои любимые из кассавы. Я на Мальдивах пробовала, мне очень понравились. Но оказалось, что этот плод в сыром виде очень ядовит. Его можно только варить и употреблять только в жареном или вареном виде. Но похож очень на нашу картошку. Но здесь, конечно, овощи получше, чем у нас там в Новотуне, там совсем... печально все. Ой, а еще смотрите, столько всяких. Что это такое? Я даже такого еще не видела ни разу. Надо у них спросить, но продавца пока не вижу. И вот еще какой-то интересный овощ. Что это такое? Так, девчонки уже убежали. О, а тут еще лучше помидорчики. Я предлагаю здесь помидоры взять. Смотри, какая красота. Вы видели новые? Вы видели овощи интересные новенькие? This family with this. А это огурец, вот их, насколько я знаю. А вот это вот что-то похожее. И это варится, как нам сказали. А and this? Thai obadi. Thai. Thai. Obadi. 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 Eggplant. 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 Это маленькие, как у нас, как они, баклажаны. Как маленькие баклажаны. Is it possible to fry? Lemongrass. And what to do with this? Just eat? No. Чтоб я сейчас съела еще, не дай бог. Очень пахнет приятно, да, класс. Yeah, I understand. Mm-hmm. Is it possible to fry, yes? Надо взять по чуть-чуть попробовать это все. А давай. Я еще что забыла показать. Это кабачок. Кабачок-змея. Мама дорогая. Это ж никакой сумки не хватит. А он, кстати, пустой внутри. Это огурец, я читала. Огурец? Да. Похож на наш кабачок. Мы как мартышки. Yes, cooking salad. Понятно. Окей, сейчас возьмем какой-нибудь штуки новой и попробуем. Окей. А how much cost onion? 160. Окей. А потата? Ага, окей. Thank you. Вот так у них продается орека и вон там листья бетеля. Они нам рассказывают, конечно, что они салат из этого делают, но на самом деле, ребят, это наркотик. То есть, когда они это жуют вместе, вот это, вот эти плоды режутся кружочками такими маленькими, и они их жуют вместе с этими листиками бетеля. И становится у них такие, красная слюна становится. Кстати, это такая очень большая дрянь, потому что от нее она вызывает рак желудка и рак рта, пищевода. В общем, гадость редкая. Но поскольку у них очень дорогой алкоголь, они таким образом себя радуют. Балуют. Ну, это такой, как легкий наркотик. Но он в Азии абсолютно разрешен, не запрещен, но очень вредный. Еще мы увидели здесь вот такую штуку. Думали, что это что-то сладенькое. Нет, это не сладкое, но из этого делают... Для мозговой деятельности и для волос хорошая штука. В общем, из этого делают сок. И потом его пьют. Это очень полезно. Медицинское такое у него применение. Его применяют в аюрведе. Вот. А это, кстати, деревянное яблоко. Тоже очень полезная штука.
Ой, так страшно выглядит внутри. Ужас какой. Да. Но это очень полезная вещь. I want the hot, then spoon and jug, sugar, salt and water. То же самое, добавляют сахар, водичку газированную и пьют как напиток. Очень сладкое, говорит. Но пробовать не хочется. Тут его уже все муравьи и мухи попробовали, конечно. 1 кило 200 рупий. 1 килограмм 200 рупий. Это на наши деньги 20 гривен. Вот так. Cut it open, spoon and jug, sugar, salt, water. А, сахар и соль вместе добавляют. Ну, в общем, они пьют это все. То есть используют как... Но его есть нужно? Is it possible to eat? Yes. Is it possible to eat? Eat. No, it's 1 kilo, 200 rupees. Yeah, we understood. But is it possible? No, drink, but... Yes, yes. No, drink, eat. 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 To eat. Eat. No. Okay. Можно и есть каким-то образом. Very sweet. Sugar mixer. Very good. Ага, окей. Вот мы зашли еще в магазин, а тут все для девочек. Косметические принадлежности всякие. Все так удобно расставлено. Все отдельно стоит. Вот здесь, например, гели для душа. Вот полностью все это. И лосьоны для тела. Здесь тоже шампуни, лосьоны для тела. Вот есть алоэ вера, кстати, здесь очень популярно. И много его, но оно на самом деле очень полезное. Особенно, когда полежали на пляже, перегрелись на солнышке, получили ожоги. Оно очень смягчает, дезинфицирует кожу. В общем, здесь это очень популярный продукт. А я хочу здесь купить какое-то масло массажное для лица. И вот там увидела, есть еще оливковое масло в чистом виде. Сейчас что-нибудь приобретем. Посмотрим, что там девчонки выбрали. Я этим скрабом почистила и нос, и вот эти все точки просто я... Здесь куча баночек, которые нужно все перечитать. Потому что вот это, кстати, оливковое масло. А вот тут еще какие-то витамин Е жидкий. И много-много еще всякой всячины. Ну и краски для волос у них все только черные, естественно. Блондинок здесь нет. Так а для чего? Нашла такое интересное средство. Я так понимаю, что это просто гель для интимной гигиены. Но вот здесь написано, что он отбеливает и подтягивает. Вот так. Я так понимаю, что у них... А отбеливание это прям очень популярная штука. Я так понимаю, что они очень хотят себе белую кожу или хотя бы более светлую. И вот у них много таких всяких кремиков отбеливающих. Вот называется французская белизна. Угу. Мы тут пытаемся загореть, они пытаются себя отбелить. А вот тут полочка со всякими аюрведическими кремиками. Ну, я там ничего не вижу. А тут находится стойка с кассиром. Поэтому здесь так уже не пощупаешь. Но интересно, сейчас посмотрю, что здесь есть. Мы же вот такое собрали лукошко. Но, по-моему, девочкам еще мало. А глаза такие большие. Я выбрала умывашку для нормальных. Для нормальных людей, да? А я для жирных. А, это для всех. Для всех. Для всех людей. Народ шопится. Мне кажется, этот автобус водит девушка. Смотрите, какая прелесть.
Нам сегодня очень повезло с погодой, потому что солнца нет, и гулять просто прекрасно. Сейчас очень комфортная здесь температура. Я думаю, градусов 26-27. Совершенно не так жарко, как тогда, когда светит солнце вовсю. Что у нас сегодня будет длительная прогулка. Магазины, слава богу, закончились, потому что мне казалось, что мы из них не выйдем. А здесь возле форта Гали рыбный рынок, но они уже сворачиваются, потому что сейчас уже почти час дня. Это уже остатки. Ну, за рыбкой мы, наверное, поедем не сюда и в какой-то отдельный день, потому что сейчас уже поздновато, конечно. Парк. Ну, парочка сидит, так мило обнимаются. Мы, кстати, заметили, что здесь в парке все сидят по парам. Абсолютно все. Сейчас идем в Форт Гали погулять. Кстати, в этот раз заходим не в центральный вход. Да, прекрасная машинка для езды по Шри-Ланке, потому что на больших машинах здесь очень сложно. Заметил, что мы на машину смотрим и решил, что нам срочно надо. Здесь очень узкие дороги и, конечно, движение сумасшедшее. Я не знаю, кто здесь может ездить на машине так, чтобы ее не поцарапать. Мне кажется, это невозможно. Кстати, на автобусе написано, что это тюремный, смотрите. Да. Это здесь возят преступников, я так понимаю. Prison. Или возили. Это карта этого городка. Уже несколько раз я была. Третий раз, получается, я в этом городке. И все равно всегда сюда приятно попадать, гулять здесь. Особенно, когда солнца нет такого палящего. Какое огромное дерево. Вот это все одно дерево. Вау. Так, я сейчас подозреваю, что девочки еще здесь застрянут, потому что здесь интересное местечко, где продают работы местных художников. Они делают росписи на ткани. Есть еще картины продают. У нас девчулькам такое нравится. Но сегодня, честно говоря, как-то мало здесь всего и мало людей. Вообще сейчас на Шри-Ланке очень мало людей. Мы когда погуляли по пляжу, то разница с предыдущими годами просто огромная. Вот это вообще... А вот это вообще что-то такое интересное. Какие-то, наверное... Отпугиватели духов. Ох, тут много-много-много всего. Такие черепошки хорошие. How much cost the turtle? Turtle. 3500. Это стоит 350 гривен. Или... 3500 рупий. Ну, конечно, где же они еще могли залипнуть? Я думала, что пилатку тобой передать на пузырь. Она такая бревноватая. Да, кстати, она такое любит. Да? Ну да. Цацки. Прикольно смотрится елочка на фоне парка.
Вот здесь даже есть ассоциация для старых мальчиков. Ну, вообще, на самом деле, это переводится как старший колледж или что-то, старшая школа. Просто смешно, если перевести дословно, Old Boys Association. Получается, старых мальчиков ассоциация. Я такого еще не видела. Им вообще по барабану все на свете. А это... вообще не реагирует. Сейчас буду пробовать такой десертик. Он, кстати, стоил 70 рупий. Прям интересно, что это такое. И кофе здесь стоил... это американо. Здесь стоил 250 рупий. У Ани капучино 400 рупий, да, кажется? А так здесь цены на кофе везде очень разные. И в основном где-то ориентировочно 800-1000 рупий за чашечку кофе. Я снимаю, не позируй. Я хотела вообще котиков поснимать. Вон они за соседним столиком тоже. Порошковое? Ну, вообще неплохое. Ну да, на вкус нормально. Коты на столе. Разведённые. Котам все подходят, их гладят, тискают, а им как все подходит. Да, у них, наверное, уже звездная болезнь. Они привыкшие к славе. Реально собирают эти... поклонников рядом. Да. Посмотрите, мимо них никто не проходит просто. Минутка славы у котов. А это мы попали в спа Цейлон, и, как вы понимаете, девочки на секундочку зашли. Вообще мы шли на маяк, но я так понимаю, что сегодня мы туда вряд ли попадем. Потратили только я на кремчики, могла купить один, но натуральный. Я купила три, но средний. Я думаю, что здесь все натуральное, да? Скорее всего. Ты думаешь, мои тоже натуральные? Да, однозначно. Рассказывай, что ты тут пробуешь. Я пробую кремчик. Ну, я так думаю, что он натуральный, да? Ну, здесь все натуральное. Это косметика Аюрведа. Я перед этим купила три. Так это ты уже говорила. А вот это что за крем? Это крем для под глаза. Угу. Ну и как тебе? Ну, я вот брызнула, и он очень жиденький на самом деле. И каким-то холодком отдает. Я думаю, надо какую-то другую версию искать. Я вам скажу, что цены, если это хороший косметик, то цены тянутся на мне плохие. 400 гривен за хороший, знаешь, косметик. Написано, что это для очень сухой кожи. Кремчик такой 60. Но запахи у них, конечно, рисковатые такие, кто любит. Они такие специфические. Восточные, да. Еще есть вот такие подарочные наборчики. Так, что вы тут еще пробуете? Сыворотка. Они все какие-то очень жирненькие. Это сыворотки эффект. Аня сделала такое лицо, и сразу все поняли, что очень приятный запах. С лифтингом, крем для лица, защита, скин бальзам, баланс, это крем для лица. А ну сколько он стоит, посмотри. 860 гривен. Ну да. 8600 рупий. В гривны очень удобно переводить, потому что можно просто забрать нолик, и получаются гривны. Ой, нам с девчонками понравилось вот такое масло белого жасмина. Ночное восстанавливающее, очень приятная текстура и хорошо впитывается для сухой и нормальной кожи. Но запах, как по мне, такой
на любителя, если честно. Ну, он жасмином пахнет, но мне как-то жасмином под туалетом немножко отдает. Я не знаю, как вам. Но есть что-то такое. Это что у тебя такое? Это сияющий крем какой-то. Ну, protection – это защита. Какой-то защитный крем. Смотрите, это место для того, чтобы прыгать. Я в ужасе. И что, действительно кто-то прыгает? Но при этом сидеть здесь нельзя. Это пляж рядом с фортом. Сегодня суббота, у местных почти праздник, они все играют, тусуются вместе. Все темное, вот слышно грохот генераторов. И перейти дорогу было очень тяжело. Реально очень-очень страшно. И спасибо автобусу, который остановился, а они здесь самые главные. Yeah, hello. И благодаря автобусу мы пробежали. Так, здесь мы решили поспрашивать фрукты. Вон Ксюша у нас набрала целые пакеты папайи, скупила всю папайю в Гале. Но на самом деле цены здесь оказались плюс-минус такие же, как у нас в Навотуне, поэтому мы ничего здесь не брали. Но здесь манго стоит 600 рупий, а в Навотуне у нас были 700. А еще вот мы наблюдаем за мышкой, которая летает туда-сюда, вот летучая полетела снова. У нее там какое-то гнездо на этих бананах, вот она опять прилетела, вот порхает и снова улетела. В общем, очень колоритная, яркая Шри-Ланка. Я просто ее обожаю.